У каждого из вас бывало такое, что вроде день не трудный и работы было немного, а в какой-то момент очень быстро начинаете уставать. У вас опускаются руки и вы чувствуете полное опустошение или попереговорили с кем-то и почувствовали необъяснимую тоску и апатию. И не можете понять, почему так, что же произошло и стало для этого причиной. А вы знаете, все очень просто. Возле вас или в вашем круге общения находится энергетический вампир. Вы привыкли слышать это слово в фильмах. С ним у вас ассоциируется страшная внешность и острые клыки. Вы представляете, что вампирам нужно высасывать кровь, чтобы выжить, а на самом деле они питаются и высасывают вашу энергию. Вампирами бывают как женщины, так и мужчины. У этих людей сильнейшая энергетика, которая постоянно должна подпитываться от окружающих их энергетик. Каждый из вас состоит из энергетического поля, которое зависит от эмоций вашего внутреннего ресурса и спокойствия. Чем чище оно у вас и больше позитивно подпитано, тем больше вы будете притягивать таких энергетических вампиров к себе. Очень часто бывает такое, что такой человек может подавить вас полностью и заставить делать то, что ему захочется. А в этот момент будет подпитываться вашей энергией и со временем просто лишит вас ее, что приведет вас к неприятным ситуациям в вашей жизни. Для того, чтобы защититься от такого человека, избежать общения с ним или поставить защиту, которая не дает вам вредить, нужно сначала научиться их отличать. Ведь энергетические вампиры совсем не отличаются от обычного человека внешностью, повадками, одеждой. Они точно так же, как и обычный человек, могут находиться под солнцем. И первый признак энергетического вампира – такой человек постоянно играет роль жертвы. Он пытается разжалобить вас, ему нравится это состояние, он не хочет из него выходить и не делает для этого никаких попыток. Ваша помощь такому человеку абсолютно не нужна, ему нужно только ваше сострадание, ведь в момент, когда вы испытываете жалость, становитесь менее защищены, и энергетический вампир в этот момент высасывает из вас энергию. Каждый из вас замечал, что бывает, жалеешь человека, успокаиваешь его, он через время начинает улыбаться, а у вас нет никаких сил, и вам даже трудно произносить слова. Энергетические вампиры всегда всех во всем винят. У них виноваты все, кто их окружает, но никогда они не признают свою ошибку. Они стараются постоянно сделать, чтобы все люди в их окружении чувствовали себя виноватыми. С таким человеком, вы знаете, очень тяжело общаться. Такое общение ослабевает ваше защитное поле, а вот поле вампира, наоборот, становится прочным и крепким. Такие люди любят провоцировать ссоры, они всегда агрессивно отвечают, хамят, считают себя выше других и пытаются навязать свое мнение окружающим. А если пытаешься такому человеку ответить, он сразу начинает пытаться тебя обидеть, показать свое превосходство. Первый раз, глядя на таких людей, можно даже сказать, что они очень умные, но на самом деле они просто выводят вас такими действиями из равновесия. И в этот момент отбирают у вас энергию. После конфликта или какой-то неприятной ситуации с таким человеком вы также будете ощущать опустошенность и беспомощность. У каждого в жизни встречаются люди, которые любят кого-то обсуждать, провоцировать, врать, плести интриги за спиной у человека. Когда они сталкивают людей между собой, наслаждаются этим процессом, и в момент, когда люди, которых столкнули, будут выяснять между собой отношения, они будут впитывать в себя двойной поток энергии, тем самым становиться только сильнее. В момент конфликта будут стараться еще только усугубить его и настроить вас на продолжение, так как будут чувствовать доступ к энергиям, которые в момент конфликта ничем не защищены. Энергетические вампиры очень любят критиковать, придираться, они всегда недовольны всем, что бы вы ни сделали, им никогда невозможно угодить. Сегодня они хотят одно, завтра уже другое, подстраиваясь под такого человека, и вы со временем попадаете в его власть и лишаетесь своего энергетического поля. У энергетических вампиров развито чувство собственности, и это неудивительно. Ведь вы его жертвы, и он ни с кем не хочет вас делить. Ведь если вы будете общаться с другими людьми, вы будете получать положительные эмоции, находиться некоторое время отдельно от него, и этим самым укреплять свое биополе. А ему это не нужно, так как чем вы слабее, тем быстрее без усилий он может отобрать у вас энергетику.
Если после общения с человеком постоянно вы чувствуете усталость, упадок сил, подавленность, чувствуете себя некомфортно, униженно, опустошенно, также после общения у вас все начинает идти не так, начинаются проблемы в личной жизни, вас сопровождают неудачи, преследуют неприятности, не сомневайтесь, этот человек энергетический вампир, и вам нужно перестать с ним общаться. А если нет такой возможности, то, пожалуйста, поставьте защиту. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк в комментарии, напишите слово «защита», и пусть Вселенная защищает вас и оберегает в жизни. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ.